Закончил очередной разделочный нож. Нож достаточно мощный, и данная форма ножа становится для меня уже практически традиционной. То есть прямой обух, небольшой дроп-поинт у кончика клинка. И клинок достаточно массивный и широкий. Длина клинка 140 мм при ширине 33 мм и толщина обуха у основания 4,5 мм. Больстер изготовлен из мельхиора. Дальше идет фибровая проставка, пин и мозаичный. И использован кап монгольского дуба. Сделал небольшой такой упорчик. Конечно же, в рамках закона он идет всего 4 мм, хотя при кажущейся его огромности, скажем так. Ножны будут из черно-седельной кожи.